Добрый день, меня зовут Оксана. Я мама Романа, которому 6 лет и 4 месяца. Наш сыночек очень любознательный, гиперактивный, постоянно находится в движении, но при этом, конечно, устает. И у нас нет речи. У нас остается также ночной памперс. И Роман, когда хочет в туалет по-большому, также одевает памперс, делает свои дела и приходит к родителям. Неделю назад мы познакомились с Давидом, и буквально несколько онлайн-общений привели к очень необычным результатам, к прекрасным результатам, о которых я хочу рассказать. Первое, что ребенок стал более спокойный, он стал слышать, что ему говорят родители. При этом, когда он видит камеру, и мы общаемся с Давидом, он при этом подходит, слушает его голос, не выключает, как всегда, телефон, не забирает. И это очень хорошо. Также после общения Роман стал громко и звонко своим голосом пробивать звуки. При этом слушает голос и смотрит на нас, чему мы очень рады. Играть с игрушкой он стал более длительно и интересно. Разбирает ее, собирает, батарейки ставит. Смотрит, как двигаются предметы, детали, и не ломает, как это было всегда. Вот такие огромные для нас важные результаты мы уже сейчас получили. Спасибо огромное Давиду.